Согласитесь, нелегальное захоронение мусора достаточно трудно обнаружить. Но экологи из Французского национального центра научных исследований нашли необычное решение этой проблемы. Причем совершенно случайно. Во время прогулки по парку над ними кружили чайки. И тут эксперты задумались, может быть, птицы поработают на благо общества. Ученые выловили 19 особей будущих детективов и закрепили на них GPS-трекеры. Эти устройства работают на солнечных батарейках и передают местоположение. Чай каждые 5 минут. Изначально птицы разлетелись в разные стороны, но через некоторое время 5 из них стали постоянно приземляться на закрытом полигоне вблизи испанского города Уэльва. Оказалось, что именно туда незаконно свозили свежие отходы. Британская ассоциация экологических служб признала этот эксперимент успешным. Во-первых, GPS-трекеры работают на солнечных батарейках, поэтому детективы информируют власть о новых пищевых свалках почти в круглосуточном режиме. Во-вторых, это существенная экономия бюджета. Однако забот у экологов по-прежнему остается много. Чайки находят только органические отходы. Все, что не пахнет, их не привлекает. Обнаружить неорганический мусор помогут спутники. Фото из космоса станет основным доказательством при обвинении нарушителей. Так, например, в Северной Ирландии недавно был обнаружен нелегальный полигон. На него вывозили около 1,5 миллиона тонн отходов, в основном строительный мусор. К сожалению, методы космической слежки для поиска незаконных мусорных свалок на стадии их возникновения еще не найдены. Ведь выгоднее поймать нарушителей сразу за руку и не иметь потерь от неоплаченного налога, который может исчисляться сотнями миллионов фунтов стерлингов. Конечно, эта проблема коснулась не только европейских стран. В России тоже ищут способы борьбы с мусорными пирамидами. Например, этим летом в Новой Москве пробуют находить незаконные полигоны с помощью беспилотников. Эти летательные аппараты находятся в воздухе примерно 2,5 часа и успевают сделать около 1500 фотографий. Эксперты уверяют, отслеживание свалок в скором времени должно улучшить экологическую ситуацию в городе. Будем надеяться, что такие фотоловушки и правда отпугнут нарушителей. Кристина Смирнова, Сергей Мякишев, Тюменское время.